Приветствую, дорогие друзья, зрители. Пару слов перед тем, как вы получите сеанс. Сейчас приближается событие, конкретно перечень которого не знает никто, и даты наступления которых также никто, кроме Бога, не знает. И в этот момент желательно, я так считаю, быть максимально готовым к различным потрясениям и изменениям. Поэтому я предлагаю вам попробовать принять сеанс ФО, который определит в первую очередь, в какой вы категории находитесь, положительный или в отрицательный. И начнет с вами работать. Если вы человек положительный, у вас будут положительные эмоции, отклики, и вы можете написать об этом свое сообщение. Если вы негативный, и эта энергия определяет, а не вы субъективно, то у вас могут быть болезненные ощущения. В этот момент просьба переосмыслить свою жизнь, свои мысли, отношения к окружающим. Всех простить, попросить прощения, измениться. И тогда вы получите точно такие же положительные эмоции, как и люди, которые были определены как положительные. У положительных людей будет развиваться способности, повышаться энергетика, в общем, масса приятных ощущений и изменений. Будет 4 сеанса, 4 степени. Принимайте их с осторожностью. Благодарю за внимание. Пятьдесят фол.